Друзья, Донди недавно поделился прогрессом разработки подземных баз общего назначения. И вот что он озвучил. Эти базы называются ГАЦ, что переводится как «общая система подземного перемещения». Они станут важной частью острова, и для подземных баз были созданы специальные наборы декораций. Раньше это был простой концепт подземных туннелей, связывающих разные точки на острове. И хотя подземные ходы все еще являются частью баз, в идею были добавлены комнаты особого назначения, каждая из которых отвечает за работу определенных систем. Самое важное, локации создаются с помощью модульных частей, чтобы удивить игроков. И хотя не каждая дверь куда-то нас приведет, но с каждой из них можно будет взаимодействовать. Члены команды могут легко создавать подземные сегменты с помощью набора созданных заранее предметов, либо же можно создать все с нуля. ГАЦ – промышленный зал. Это помещение состоит из одной большой комнаты с небольшими прилегающими, к которым ведут несколько путей. В них можно попасть, пройдя по главному коридору, либо же зайдя через двери. Разная высота проходов может контролировать виды существ, которые смогут добраться в разные уголки подземных баз. Зал на изображениях входит в складской отдел, разгрузочная зона с центром управления и комнатой охраны. Очень часто такой зал можно увидеть сразу при входе в подземную систему. Свет и декорации были упрощены для размещения плакатов с пропагандой компании Apollo Engineering и освежающих напитков. Не обращайте внимания на тираннозавра, он зашел погостить. Пишите комментарии, что думаете об этом.